Эгегей! Доброго вам времени суток, дорогие друзья и уважаемые подписчики. Это канал Красный Дракон, и мы проходим Эдварда Кенуэя, пирата. Под парусами и черным флагом мы решили попутешествовать, чтобы заработать денег, ну и не жить в бедности. А у нас это третье задание, где нам надо будет сейчас прокрасться, точнее просто прийти и поздороваться от другого лица, от того ассасина, которого мы с вами убили. Но пошлите. Часть задания. Буэнос диас. Мистер Дункан Олфол из Англии к губернатору. Полагаю, он меня ждет. Си, сеньор Уолполь. Энтре, пор фавор. Ну, давайте пройдем. Посмотрим, как у вас здесь все обустроилось. Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Дункан Уолпол. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de... Что мы здесь даже бегать не можем? Чтоб не нарушать, наверное, конспирации. Поместье губернатора. И тут стреляют. Чё-то куда мы не приходим, кругом мы слышим одни выстрелы. Доброе утро. Не ошибусь, предположив, что вы Дункан. Все верно. Я так и думал. Вудс Роджерс. Большой. И я. Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. То есть? Жена. Когда-то вы виделись на бале маскараде у Перси. А, да-да. Назвала вас дьявольски красивым. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Джулия, наш почетный гость прибыл. Дункан Уолл. А, Жюльен Дюкас. Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. Ассасинов я не люблю, но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться, Дункан? Со стариком встретимся позже. Вы взяли мои самые лучшие пистолеты, Дункан. Так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Пообвыкнитесь. У одного из моих соратников было 9 пистолетов. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Увы. Хорошо. Жду, когда пистолет будет вмещать 4 пули. Сейчас попробую. Познакомлю вас с моим другом Вашингтоном. Джеймс Пак. Он изобретает необычайные вещи. Манифик.
Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Еще раз. Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Еще раз. Да что? Как его, если он косит? Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Дункан, где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. А, к несчастью, сломал их оба. Ага. Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Трофеи на память. Два клинка, как положено, да? Точно, да. Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Я... Прошу, в ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Прошу. Клинок в толпе. Самое простое. Без размах. Быстро и четко. Покажите еще что-нибудь. Гениально, правда? Использовать стога сена как прикрытие. Бог, вот это да! Скрыть!
Нельзя переоценить эффект неожиданности, так ведь? Особенно если бить из угла. Разрази меня, гром. Очень умно. Убийства в воздухе по-своему прекрасны, хоть и привлекают внимание. Покажем. А возможно ли нанести роковой удар на бегу? Мондио, какой сильный удар! Чудес! Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор: принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными, или же быть повешенными. А. Видимо, Нассау ваша новая цель. Прозорливо, Дункан, именно. Удачи вам. Великий магистр, господин Дункан Уолпол прибыл. Си. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты, едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. Инкрибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу, нам есть что обсудить. Дорогие друзья, заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и оставляйте комментарии. Наконец все в сборе, и какое пестрое общество. Англия, Франция, Испания, граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры, тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Во имя Отца Понимания. Приступим же. И
Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите, взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана, лишь правда и справедливость. Вот зачем нам обсерватория и то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ, некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Вы уверены, что он не шарлатан? Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока давайте пить. Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут, духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Третье задание, господин Уолпол, я полагаю, мы завершили. Отдыхайте, Дункан. Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселенте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Губернатор Торрес завтра рано утром будет ждать вас в гавани, около замка. Ну вот. Значит, нам надо будет только завтра. Хорошо. Где у нас карта? Открываем карту. Так, вот здесь. Так, идемте пока. Точку обзора сделаем. И сходим, активируем еще одну. Синхронизаторную вышку. Вот так. Так, здесь у нас есть сундучок. Сейчас добежать. Так, у нас теперь есть ножи же, да? То есть скрытые клинки, сабли. Ага. Хорошо.
нашим ребятам опять нужна помощь. Где-то здесь. Готово. А как же спасибо вообще? Так, ладно. Заправили с боеприпасами. И что у нас тут? Ух ты, какая высокая башенка. Точки обзора. Синхронизация, она сразу все делает, и карту открывает, и нам как бы память восстанавливает. Ну вот, замечательно. У нас следующее задание скоро на подходе. Под названием «Основное задание». Но мы его возьмем только в следующий раз. А пока
вынужден с вами попрощаться. Но не забывайте заходить на канал, подписываться, ставить лайки и обязательно оставляйте свои комментарии. С вами был Красный Дракон, YouTube канал и игра Assassin's Creed Черный Флаг. Всем спасибо, что смотрите. Всем пока.